Баюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу модные команды для Minecraft Update Edition. А если быть точным, то это обновление модной команды, которое добавляет очень много разных команд с ПК-версии Майнкрафта. Ну что ж, давайте залезем в наш чат. Ну, чтобы узнать все доступные команды, нам, конечно, нужно взять команду Help, после чего нам откроется определенное количество команд. Так, друзья, я не туда залез. Нет, ты мне не нужен. Так, давайте напишем help. Help. Ну, конечно, вы знаете, что help помогает. Ну, давайте введем базовые команды. К примеру, перейдем давайте в выживание. Для этого нужно писать game mode. 0. И теперь мы перешли в режим выживания, друзья. Как видите, очень классный мод, который добавляет нам очень много разных команд. Также, если не ошибаюсь, появилась новая команда Pause, которая ставит нашу игру на паузу. Ну что ж, давайте ее поставить на паузу. Все. И как видите, наша игра сейчас на паузе. Я и вправду не могу ничего двигать. Я могу только нажимать на кнопки, и опять же ничего все равно не двигается. Что ж, давайте уберем нашу игру с паузы. Все, друзья, мы отключили нашу паузу, теперь мы можем также двигаться. Ну что ж, давайте, наверное, перейдем обратно в режим креатива. Для этого нужно писать Game Mode 1, после чего переходим в выживание. Также мы можем себя убить с помощью команды Kill. Как видите, сейчас мы погибли, но ничего страшного, потому что мы все равно остались живыми, потому что мы были в режиме креатива, друзья. Ну что ж, также есть еще какие-нибудь команды, давайте введем. Так, что нам предлагает список? Так, наверное, давайте ведем погоду. Если я правильно ввожу. А вроде так, да, вроде вводится так. Райн пишет так или нет, друзья, я что-то маленько забыл. Да, значит, я правильно все написал. Вот, пошел у нас сейчас дождик. Так, давайте удалим нашу погоду, чтобы она нам не мешала наслаждаться, ну или просто, я не знаю. Так, пишем команду Claire. После чего, почему-то... Так, подождите. Ну ладно, пусть идет дождик. Вот, но я не знаю, какие еще команды можно использовать. Давайте Time Seed. Ну, по идее, он здесь работает вроде по-другому, друзья. Но, как видите, ничего не произошло, потому что эта команда работает маленько по-другому. В этом моде она маленько другая. Если не ошибаюсь, то она примерно вот такая. Да, друзья, вот она такая. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.